Он тайну низкую скрывал, что на престол претендовал. Не слышал этих стихов. Они о мятеже. Более 100 лет назад на этом же месте стоял Харри Селдон. Он заявил, что создаст основание, чтобы читать будущее и сократить грядущую эру тьмы. Они читают будущее? Тебе не понять, что здесь происходит. Для Империи настал час расплаты. Вся Империя рушится.